спонсор прогноза погоды – торговая марка «Помпа». В субботу в Самарской области пасмурно, осадки в виде снега, температура воздуха днем минус 2, минус 4 градуса, ночью понижение, 9-11 ниже 0. Ветер северный, северо-западный, скорость 4-6 метров в секунду. В Сызрани пасмурное небо, осадки в виде снега, днем минус 3 градуса, ночью минус 11, северный ветер 4 метра в секунду. В Тольятти пасмурно, осадки в виде небольшого снега, днем минус 4, ночью минус 10 градусов. Ветер северо-западный 5 метров в секунду. В Самаре пасмурно и небольшой снег, днем минус 3 градуса, ночью 11 с минусом, ветер северный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 732 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 67%, в геомагнитном поле небольшие возмущения. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.